Всем привет, дорогие друзья! С вами Механика. Сегодня у нас новенькая серия Car Mechanic Simulator 2021. Продолжаем прохождение. И в прошлой серии я взял новый заказ на вот эту вот машину. Она похожа на Evolution, на 9 Evolution. Ну или не Evolution, а просто... Ну да, Evolution скорее. Видите, расширение такое. Спереди похоже на Honda, наверное, больше. Здесь еще значок такой Х. Honda. Пока у нас доступен только один подъемник, второй, я так понимаю, будет доступен по мере прохождения игры. Наверное, вот этот автобус куда-то денется. Может быть, мы его даже отреставрируем. Я не знаю, что будет дальше. Давайте проходить вместе. Итак, здесь нам нужно поменять колодки и, по-моему, какой-то суппорт. То есть начинаем с чего? Начинаем с того, что откручиваем снова колесо. Ну, как всегда, вот эти первые заказы, они такие, достаточно простые. И ничего особо сложного-то и нет. Так, мы не видим пока... А сколько он? Подождите, а мы не можем посмотреть? Нет, мы не можем посмотреть, у нас ничего пока нету. Так. Да, вообще ничего нету. Ёлки-палки. Ну что, давайте тогда снимать все суппорта. По очереди будем снимать суппорта колодки, потому что... Тут непонятно. 17%. Ну, наверное, вот эти колодки нужно поменять. В общем, я, насколько помню, нужно поменять трое, по-моему, или две пары колодок. Один суппорт тормозной. А суппорт это еще поршенек надо купить. Короче, наверное, сейчас снимем все. Вот я думаю, что вот этот суппорт, потому что он дико ржавый. Так, смотрите, ВД-шечкой сейчас брызнем. ВД-04. Новая ВД-шка, новая сила. Так, да, посмотрите, суппорт был в плохом состоянии, колодки, ну, более-менее в состоянии. Так, что нам нужно сделать? Это не это нам нужно сделать, нам нужно вот что сделать. Состояние автомобиля. Так, тормозной диск, тормозной суппорт, а тормозные колодки. Так, а тормозной диск какой? Мне кажется, не этот. А сзади что, диск? О, вот этот, по-любому вот этот, видите, какой ржавый. Так, ну все. Сейчас тогда его меняем. Кстати, вы видели, у меня в инвентаре есть какой-то ящик. Ребят, я чуть не забыл. Переходите по ссылочке в описании, затаривайтесь играми максимально дешево. Два варианта покупки. 100% покупка или покрутить рулетку за дешево. 100% покупка, цена дешевле, чем в Steam. Любые игры, много что есть. Заходите по ссылочке в описании, посмотрите. А также не забывайте, что за любую покупку у нас действует кэшбэк. Накапливайте баллы кэшбэка на своем аккаунте и получайте игры бесплатно. Так, что же у нас здесь? Что же у нас здесь? Что там? Давайте посмотрим, что вот это ящик. Что это такое? Открыть ящик? Да. Ёлки-палки, ничего себе. Выберите две карты. Эту. Бонус что-то и эту. Еще ящик. Так. Собрать предметы. Вот, а что же это было? Я вот не понял, что это нам дали. Ну, какой-то бонус. Еще ящик, давайте. Так, опять сейчас два предмета. Давайте возьмем первый. Карта сараев. Шикардос. И вот этот. Может, еще ящик? О, кредитов. Ну, немного, типа 36, я так понял. Ну ладно, и то неплохо. Карта сараев. Отметить расположение сарая. Конечно, отметить. Чего нет-то? Чего нет-то, когда да? Итак, что нам нужно? Нам нужно поменять, получается, тормозной диск. Вот сюда вот купить. Давайте это сделаем. Я забываю постоянно, что у нас здесь еще пока нет планшета. Постоянно нужно ходить вот сюда. Итак, идем в главный магазин. Идем вот сюда. Покупаем тормозной диск просто. Тормозной суппорт А. И колодки в количестве двух штук нам нужно купить. Вот так вот. Так, а подождите, а поршенек не надо? Вот я не знаю, ну вроде как не надо поршенек. Ничего про него не говорили, поэтому давайте так собирать. Итак, тормозной диск. Неплохо. Тормозные колодки. Нет, сюда вот эти поставим. Которые не новые. И суппорт сюда тоже мы не новый поставим. Вот этот 51%, который... Так, пусть вот так вот будет. А наперед получше соберем конструкцию. Так, все, одеваем тогда диск сюда. Достаточно простое задание, как по мне. Могло быть что-нибудь. Ну, я не знаю, вдруг еще здесь какой-нибудь подводный камень тут вылезет. Но у нас там еще был заказ.
Так, погнали собирать здесь. Здесь уже новые колодки одеваем. Суппорт. Ну, получается, какой соберется, такой и есть. Так, и диск. Слушайте, ну красиво сделано. Посмотрите, диск, вот он пошарпанный. Он реально красиво выглядит. Я не скажу, что прям сверхреалистично как-то он выглядит, но красиво. Чё тут уж греха-то таить, реально красиво сделали. Так. Ну-ка, собираем. Ребят, кстати, было бы неплохо, если бы вы поставили лайк этому ролику. Не то, что было бы неплохо, было бы вообще четко просто. Поэтому не скупитесь, это бесплатно. Ничего как бы от вас не убудет. Поставьте лайкосик и напишите комментарий, как вам вообще, нравится или не нравится. Так, ну что, все? Давайте посмотрим, все или нет. Ну, вроде как, да, тут бонусных баллов никаких нету. Завершили задание. Что-то не особо, я так понимаю. Это что такое-то? Звонки, что ли, 5? Это что добавилось-то? Нет. Так. Слушайте, а я мог ведь на ней... Блин, я мог на ней поездить, елки-палки. Так, ну что, давайте. Принять заказ. Опять такая же машина, но, честно, не хотелось на ней ездить, но... Слушайте, она тюнинговая, прикольная. И побитая, по-моему. Так, а мы можем Да, сразу можно прокатиться. Скоростной трек, гоночный трек. Ну-ка. Поехали. Сейчас прокатимся на клиентской тачке. Посмотрим, что она из себя представляет. Ну, просто, чтобы оценить хотя бы. Знаете, как такой тест-драйв. Ой, что она так пердит? Слушай, она вся помятая, по-моему. Какая-то она вся покоцанная. Мне кажется, или она она реально вся покоцанная. Ой, а она неплохо дубенит. Вообще неплохо. Боком дал. Да, боком лучше не давать. Сильно, сильно замедляется она. На! Просто ушатал машину чужую. А что будет, если врезаться на ней? Повреждений можешь добавить? Ну нет. Ну давай! Ладно. Давайте в гараж обратно вернемся. Вроде неплохо едет даже. Такая достаточно мощная, я бы сказал, машина. Ну, по крайней мере, сравнивая с 18-м кармехаником, там подобным образом ехали машины гораздо мощнее. Здесь... Слушайте, она реально какая-то помятая, что ли? Вот жепа какая-то у нее прям... Да реально помятая. Тут дверь что-то. Так, ладно, давайте посмотрим, что они хотят с ней сделать. А, кстати, подожди, тут информация есть. Пробег, вес, шины. Так, можно найти сарай, авторазворка, аукцион. А чё по мотору? Ух ты, ничего себе, 308 сил в ней оказывается. А я-то думаю, чё она так прёт. Так, заменить жидкость в бачке ГУРа, заменить жидкость для кламывателя, заменить охлаждайку, заменить тормозуху. Изи. Так. По-моему, нам даже не надо загонять ее для этого. Надо ли откачать? Мы можем откачать и отсюда? Можем отсюда даже откачать. Так. Хорошо, теперь можно залить, да? Так, отовсюду сейчас откачиваем просто.
Ну вы поняли, да, как это работает? Так, отсюда откачиваем. Все жидкостя вроде как надо откачать. Так, и... тормозуху вроде как нужно было. Тормозушка вот тут у нас. Так, откачиваем, получается. Сейчас. И поменяем сейчас все это. Так, теперь надо заливать. 4 жижи зальем. И все. Я думал, надо будет, типа, крышку багажника менять, там всякое такое, но нет. Ну, оно и как бы к лучшему, знаете. Гораздо проще работа, ничего не надо делать. Просто раз на изи все поменял, жидкости эти. На самом деле прикольно, что добавили вот эту функцию, что, во-первых, появилась куча всяких рабочих жидкостей, а не просто масло, как это было. А во-вторых, то, что теперь можно все это дело откачивать. Ну, это как бы правдоподобно достаточно. Так, вот не знаю, тут что по объему, я, наверное, борщнул. Так, вот сюда. Надо обязательно на крышку нажимать. Все, кулиант заливаем. То есть антифриз получается. Вот я не знаю, здесь он не называется, кстати, антифриз. Или называется. Не видно, что написано. Вообще непонятно, что это такое. Bull Arctronics Master Class Plus Кулиант. Ну, короче... немного непривычно для нас, но в целом, я думаю, все правильно. Так, все, теперь тормозушечку еще доливаем в вакуумник. Тут все нормально, DOT 3.4, 1 литр. Все долили. А, не, нифига себе, сколько же там входит. Смотрите, какой объем большой, все, наконец-то. Так, ну по идее все. Просто изи задание было. Все, завершаем заказ. Не, ну, Субарик что, валит, получается. Ну, и не Субарик, вернее, это Лансер Evolution. Ну что, ребят, сейчас давайте посмотрим, что еще там ждет нас, какой заказ. Ага, новый заказ нас ждет. Отлично, и на этом уровне получается все. Здравствуйте, меня зовут Джоанна. Тебя порекомендовал мой сосед, который торгует машинами. Говорит, что твоя мастерская работает недавно. Но я вижу, что из тебя выйдет неплохой механик. Как ты это видишь, Джоанна? Что? Что ты? Я, говорит, вижу. Так, пора сделать ежегодное техобслуживание. Опа, опа. Опа, вот это заказик прилетел. Ну вот это поинтереснее, конечно. Вот это поинтереснее будет, чем Джоанну. Я принимаю вот этот заказ. А там посмотрим, может быть и... ля какая, ля вообще. Ребят, ну что, на этом мы серию закончим, а в следующей серии мы уже расчекрыжим вот этот вот... это ж Эклипс! Ёлки, ну похожая на Эклипс, как бы, но... она вся кривая, но вы это вы увидите уже в следующей серии. Не пропустите, а чтобы не пропустить, подписывайтесь на канал. И все, всем пока.